Ну что, ребят, пришла пора рассказать вам, как смонтированы вот эти панельки. Они сделаны на вот такую реечку. Вот так это выглядит. Сейчас сотрудник Александр срывает у нас. Пленочка была на них. Конечно, лучше это на самом деле сделать изначально. Потратите время, это геморройно. Но это нужно сделать. Далее у нас вот здесь такая сеточка стоит. Это у нас продух или продых для кровли. Кровля у нас из металлочерепицы. И здесь вот важный момент, да, то есть как она цепляется. То есть вот здесь вот имеется отверстие, потом саморез. С этой стороны точно так же. Здесь также отверстие и саморез. Все это будет закрываться планкой ветровой. Вот ветровая планка, пожалуйста. Вот она будет все это закрывать. Потом в дальнейшем также все покажу. Что здесь... Может какой-то вопрос у вас возникнуть по поводу того, что будут осадки вот идти, они падать сюда будут. И, конечно, стекать вот в это место. И типа якобы будет протечка вот там вот, да? Вот водичка же туда по косой пойдет. Самое главное, это первая вот такая стартовая планка, за которую подвязаны картины. Вот таким образом это все сделано. И эта стартовая планка, конечно, она идет длиной туда. То есть она практически безразрывна. У нас вот здесь вот есть место соединения этой стартовой планки. Внахлёст. Да, можно было, конечно, подзасунуть ее сюда. Ну, можно и так. То есть на металлочерепице сильно заморачиваться. На самом деле никто так не делает, как мы это делаем. Вот как делают вот там. Вот, пожалуйста, если вам так вот интересно, то не вопрос, как бы, пускай так будет. Но там самое страшное, это по уголку, там уголочек есть такой стартовый, по которому, по пластиковому, да, стекает вовнутрь, вот туда, под кровельное пространство, водичка. Здесь же у нас отведен, то есть угол вот здесь вот получается, и водичка, если что, у нас вдруг, то есть попадать только будет вот на эту планочку. Ни в коем случае не в подкровельное пространство. Как-то так. Что еще вам рассказать? Как загнуто здесь? Давайте посмотрим. Вот здесь все очень достаточно простенько загнуто. Вот. Сейчас еще здесь подкорректируем немножко. Вот это вот подуберем. Ну и как бы здесь посадил на саморезы, дабы перебздеть, чтобы ветровая нагрузка, которая будет, чтобы у нас вот это вот все не гуляло. Гарантия на кровлю, на то, что мы делаем, 10 лет. Так тоже никто не делает и не дает такую гарантию. Мы даем, потому что не боимся своей работы. Показываем, как есть. То есть никто никуда не скрывается, не убегает. И никто ничего не скрывает от вас, от зрителей, от заказчика. Потому что видео записывается ежедневно. По 2, по 3 видео. Это отчет для заказчика. И это даже не обговаривается. То есть просто записывается видео и отправляется о тех узлах, которые были проделаны в течение там всего дня. Ну и вот как бы результат, да, у нас. Здесь снегозадержатели, все это установлено. И постараемся сделать вот из этого страшного человека, неодушевленного, что-то более красивое, интересное и правильное. Потому что здесь много вопросов вызывает этот короб. Да и он некрасивый. А мы это все переделаем. А здесь, ну вот так вот у нас в таунхаусах. Всем до новых встреч, всем пока, всем успехов. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Может быть, кто-то делает лучше. Я учусь только, да. Вот критика принимается, если она адекватная. Поэтому всем до новых встреч, до связи, всем пока.